что здесь хорошие могут встречаться. Они, конечно, люди есть разные могут. Но тем не менее, я счастлив видеть вас здесь всех, потому что в жизни с годами, сейчас я уже могу сказать это с полным основанием, с годами начинаешь понимать, что большего счастья, чем семья, любовь и друзья, и счастье общения, с друзьями и близкими нет ничего. И я надеюсь, что сегодня мы попоем много всяких песен. Я всех вас, еще раз повторюсь, счастлив видеть. Надеюсь, что что-то из того, что мы споем, вам понравится. Я вас всех поздравляю с тем, что жизнь идет, несмотря ни на что. И они, как говорится, не дождутся. Чистый ветер, чистый ветер.
Я ожидал за разбой и насилие.
силе, колом положены моряки, убийцы не берут на прогулку, я знал это наверняка. Но память сюда белоруко, на кровь куда белоруко, на сердце сюда белоруко, и тяжко забила рука. Если вы шли или к черту, а то сплотив на дыра, от привычка и саборта, от пулы тех, кто умирал, расставим меня сострадания, пожили моя мама при, акулам нужно пропитание, голубу нужны моряки, а те, кто добрался на края, подарите мне любовь, подарите.
все долги мы раздарили непростой своей судьбе. Мы жили с судьбами других, пора подумать о себе, да, о себе. А наши годы все скользят, как птицы осени, летящие на юг. Нас не оставили друзья, он как кредит этот круг. Да, этот круг. Но будет в нашей жизни когда простой весенний луч порвет завес низких туч, затеял детскую игру. Подросли, вот верный счетчик нашим лучшим временам. Тут, как в море корабли, неторопливый поцелуй оставит нам. Но будет в нашей жизни миг, когда простой весенний луч станции земли.
ключом, приятель, не стучи. Ты эти 3 минуты помолчи. Быть может, на каком-то рту пожар, пробоина в корме острей ножа. А может быть, арктический грим, корабль не выпускает из спины. Но тишина звенит, как океан. Радист сказал: порядок, капитан. То осень бьет в антенны, то зима. 6 баллов бьют по судну Кострома. Меня наш дом, и в три окна.
Теперь мы будем брать не умение, а число. Да ладно. Вы даже не представляете. Целой компании, целое созвездие нашей парусы, мы все их знаете, я их перечислять не буду. А песни тоже будут знать, поэтому просьба подпевать. Когда-нибудь страшно подумать, когда сбудется день иной. Звучать. Стихи Борисы Таракановой. Музыка.
Не считай утра.
И чтобы не прерывать эту сибирскую нить, которая всегда у нас будет, всю жизнь будет беречь нас по жизни, я прошу на сцену наших сибирско-московских друзей, которые так называются теперь «Энергия Сибири». Встречайте! Лариса Брасова, Марина Томилова, Игорь Кулаков. Когда настраиваемся. Одна моя подружка, когда мы заходили девочками в ресторан, мы вдруг обрадовались, там играли песни с 50-х, 80-х. Мы такие, ха, ура, она говорит, девочки, ведите себя прилично, а то узнаем, сколько нам лет. Это уже не сегодня такой. Да, нам уже ничего не страшно. Я к этому. Я все время говорю, что я живу. Знаю дольше Лариски, потому что я, мы познакомились в Комсомольске на Амуре, когда я, будучи, я была студенткой пединститута на фестивале. Ну и вот наша дружба продолжается долго, и потом появилась Ларисочка. И мы все очень давно дружим и любим друг друга. А вот проект наш сибирский, потому что мы решили, что наша сибирская песня должна звучать везде. И мы ее поем и любим. Вот сейчас тоже прозвучала песня красноярского автора. А мы споем песню Игоря Иванова. Мне кажется, она называется «На Москву». Ну, примерно как наш именинник. Не про вас ли это первая строка? Юные томские уже 25 знают,
Евгения Савельева. Мы все в Саиногорске познакомились на фестивале. И это великое счастье, Жень, что мы с Ларисой твердо, крепко и мощно несете нашу песню, сибирскую песню, конечно же, нашу классическую, авторскую, самодеятельную песню. И отлично, что еще и у вас вот есть уникальный проект. Вообще нас надо, вас уже надо подавать. Тебя как главу семьи в книгу рекордов Гиннесса именно за сохранение наших традиций. Потому что у вас поют дети, мало вообще бардов страны могут похвастаться, что дети так поют нашу песню. Жень. Аплодисменты. Женя, это прекрасно. Получилось даже... Евгений, ты слушаешь? Да, конечно. Я не видел, чтобы ты слышал. Посторожность немножко, да, с юбилеем. Ты про 22-й говоришь? Мы все приглашаем у нас спецгости творческого проекта «Энергия Сибири» 22 ноября в Листе Глухаря. Лариса Ивинская и Евгений Савельев и Роман Ланген. Приходите, пятница. Мы вас будем ждать. Но вообще, Жень, искренне желаем петь еще много-много-много, потому что песня нам не только строить и жить, но и строить и жить помогает. Поэтому искренне с днем рождения, и пусть паспортный возраст никого не смущает. Главное, что человек хочет, может и желает. Песня нашего сибирского автора Игоря Большева из города Новокузнецк. Далеко ты нас там слышишь. Поем все для настроения. Да-да-да-да. Нас музыкант сбежал, сами как он. Песня!
Глядя то вверх, то вниз, куколка моя, а
хмурится и морщится, тащит пирожок со стола. Вот уже играет помощницу, вот твою помаду нашла. Вот уже не с книжкой, а с книжкой, вот уже мечтает, молчит. Вот уже не дружит с мальчишками, вот уже вздыхает в ночи. Большой моя, вот гораздо больше. Я меряю по
Тебе желаю только света на многое благое лето. Вот экспромт. Спасибо. Спасибо. А вы поможете поддержку? Ну. Вот такие вот друзья. Их зовешь, они, когда зовешь, они не идут. А когда не зовешь, они обязательно припрутся. Нет, пошли. Я на воздухе. И для выступающих в том числе, потому что я говорю, кто это? Может, и пилят выступит, а? Сергей Николаевич, может, так вышел? О, преферанс на столе принесли. Спасибо. Друзья, это мы не репетировали, потому что я этих людей первый раз в жизни вижу вообще. Тебя тоже, что ли, видел? Просто отделение, в котором выступали Савелий и Нелинский, было очень коротким. Обычно Женя все-таки Акуджаву поет, он любит эту песню. Вот. Ну, мы решили от Акуджавы оставить мелодию, которую он знает. И несколько... Вот только вот, только вот этими тональностями не надо нас пугать. Как говорят в ВДВ, будем играть. Ты говори с тем, кто это понимает. Да я не знаю, про что они вообще говорят, я не понимаю. Говорит, не попрощай, лежит селёдочка, куда глянь, всюду милый друг. Уже не женщины, поднимки лодочки, и мы собрались здесь совсем не друг. Уже не женщины, поднимки лодочки, и мы собрались здесь совсем не друг. Тишкой много лет, рублашки шелковые, а вы белочки еще налей. Вот только брось коней, кто нащелкивает, а там прощелкает жизнь юбилей. Вот только брось коней, кто нащелкивает, а то прощелкает жизнь юбилей. Жена красавица и сердце балует, на одни мысли мы такой на ней. Оставить Моцарта твой юбилей. Сыграла Моцарта, но ты с гитарою. Оставить Моцарта твой юбилей. Веснем по маленькой поставим чайнички, ведь позади у нас пора лет. Но ноги петли, ты шестидесятничи, как поздравляет друг за юбилей. Но ноги петли, ты шестидесятничи, как поздравляет. Сидеть уставившись и морщинами.
вас скрывают радость, с которой были мы близки. То, что, надеюсь, у нас осталось среди отцакалов и немец, среди юнцов мужик солидный, семейство славного отец, предприниматель, длинновидный. Тебе сегодня 60, но я по-прежнему уверен, что в глубине души не спят твои талантливые гены. Теперь ж можешь не спешить, дойдя до жизни половины. Пора, как хочется, пожить. На всю картошку, без кручины. Тебе желаю быть таким всегда во всем это предела, не развалившимся, живым, чтоб молодость тебе кипела, чтоб через много лет наперекор любым циклонам ты сотни лет сказал привет во всех красивых дам влюбленных. Желаю я тебе чудес еще по жизни много встретить, и благосклонности небес, и свадьбу внуку всех отметить. Позволь поздравить мне тебя с твоим 60-летием уже. И стоит сказать любя на юбилей, но столетием. Вот уже сказал, что возраст 60 лет это переходный опять возраст. Вот. А я вот уже много раз говорил, что же нас всех как-то объединяет. А то, что мы вот застыли тоже в переходном возрасте, но в том еще юность и зрелость. Внешне мы вот все переходим куда-то там уже там, из зрелости, куда-то, мы не знаем. Вот. А внутри мы остались вот с девчонками, с пацанами, и это здорово. Ну и как во всем хорошем есть еще свои казусы. Ветер уносит крики излишней, если мы
сцену человека корейской народности, чисто русской народности. Александр Хигай, по фамилии Николай. Хулиганы дают рыбу, у прохожих на виду.
Вторая песня, почему-то хочу ее спеть сейчас, скажите для вас. Наверное, моя песня, известная песня, написана таким недооцененным ящиком автором, как Леонид Смаков, песня.
Можно всегда. Женечка, с юбилеем, с Новым годом, персональным, как с жизненным стажем. Я сейчас как проэкспериментирую, я буквально играть умела раньше на трех аккордах, сейчас я так отличилась, поэтому попробую по два. Вот. И еще хотела сказать, что я, наверное, явилась каким-то даже виновником того, что автор этой песни не присутствует здесь, поэтому спою за него. Александр Иванов. Thank you.
Жень, я хочу тебе
сказать, что буквально на днях я тоже буду праздновать юбилей, правда, на 10 лет больше. И хочу сказать, что 60 лет – это не страшно. В свою очередь, в 1998 году мы в нашем университете создали ассоциацию выпускников Казанского университета, которая сейчас насчитывает несколько тысяч человек и которая проживает в 61 стране мира. Чем мы отличаемся? За 10 лет учебы у нас учились кубинцы, вот на протяжении 10 лет половина из них вернулись на Кубу, и каждые 2 года они делают все кубинские слеты выпускников Казанского университета, чего нет ни в одном вузе страны. Так вот, я хочу сказать, что все наши выпускники, кто тебя помнит и любит, а этот человек, ну, в общем-то, я хочу сказать, что творческая молодежь, они начинали, может быть, он начинал в школе, но в университете это было, конечно, элита художественной самодеятельности Казанского университета. Так вот, эта вся элита, кроме Москвы, разъехалась Израиль, Канада, Америка, в общем, по всему миру. Еще раз с праздником, мы тебя помним, любим и очень рады здесь присутствовать. Спасибо. Как сказать, привет из Альма-Матер. Спасибо большое. Ну вот, бывают случаи, честно говоря, когда люди и возвращаются назад. Родные пенаты, родную страну. Они только уезжали. А мы все паспорт. Вот они разъехались. Ну и что же разъехались? Дураки. На мой взгляд. Ну да ладно, это их выбор. Но некоторые возвращаются. И это правильно, на мой взгляд. Я хочу сказать слово тем людям, с которыми мы с Ларисой и с Ваней первыми познакомились на Борзовке. Потому что это именно их разбудил рано утром задорный Ванин крик. Вот именно. Итак, Светлана и Ростам Ахметяна. Just
часов так торопливы. Я бы задержал хоть на день, хоть на день их век заводной, чтобы рассвет олел, чтобы закат синел, чтобы быть рядом с ней жизнь родной. Чтобы рассвет олел, чтобы закат синел, чтобы быть рядом с ней. Так это все.
того, что кто-то другой стоит, а мы еще ого-го. Рук наш гитарный, наш дистронный край, музыка для нас награда, и тысячу лет назад поэзия нас паяла, ложный надежный склад. Так пусть с тобой продолжается дорога спина. Картинки за окном и гости за столом.
идет злодей. В смысле, не злодей, а заслуженный учитель Российской Федерации. Я на пенсии. На пенсии. Заслуженный учитель на пенсии. Лидия Кузьмичева, товарищ. Ну тут барды все, да. Мы вот простенько так. Лариса написала музыку. Петя учил. А вы так, мы экспромтом. Лауреата Грушинского фестиваля 2019 года.
представление. Я очень рад праздник. Я готов так праздновать еще несколько десятилетий подряд. Ну давай пока начнем, пока 4 десятилетия, там будем смотреть, как оно попрет. А вот сейчас уже сказали только что, что ну, вот год, Новый год у тебя личный, твой Новый год. Я хотел бы спеть песню вот замечательную Гриши Донского и Алексея Полцева, как раз вот про это дело, мне кажется, очень-очень в тему. Христос, как будто в раю, а не сердце, а на
вообще не странно жить в этом худшем из миров, когда представьте ресторан.
за год на стихи Семена Флейшмана «Песня о двух». Thank you.
Здравствуйте. У меня была одежда, чтобы быть равновесием. Физики, лирики. И к вам. Thank you.
5 минут. И снова мы хотим вспомнить Юру Пендякова, потому что все его знали, любили. И эти песни, которые в свое время пел весь Советский Союз. Thank you.
Спасибо.